un peu de miroir, tu vois toutes les belles choses. Donc, j'ai un monde qui monte en tout cas quand tu vois. Нет, ничего. Если бы был запах, он не туда пошел. Да, запах. Да. Ладно, давайте. Камеру выключу, следующий прием. Вот иду. Иду здесь вот. Небольшие водоемчики такие. Ну, видели. Лужились раньше. Торф вытащили. Образовались ямы. Сюда вода натекла. Ну, вот сюда садятся. Мне вот ходить не нужно проверять. Он туда вот кабель зашел, проверил. Там нет ничего. Я ему доверяю. Мы дальше идем. Я иду прямо туда, до этих водоемов. Периодически заходит, проверяет, выходит на трубку, дальше идет. Ну, как бы, экономит мне время, экономит мне, так сказать, ненужные проверки, расстояния, которые нужно пройти. Прошел мимо вот этой вот лыжи, иначе здесь ничего не услышал. Ну, опять, вот теперь пошел проверить. Здесь все проверить, ничего нет. Вон туда, вот там, смотрит на воду. Ага. Ну, где-то вон сухое дерево торчит, но там такое приличное. Лыжи, проверил. Даже в воду залез. Ну, мне там делать нечего. Нужен дальше. Значит, там нет ничего. Никого. Ну, мы дальше пошли. Ну, вот смысла нет 4 часа на голове камеры держать и ходить с ним. Надеюсь на то, что что-то сейчас вылетит или выскочит и так далее. Я раньше это делал, ну, сейчас смысла не вижу. Ну, вот раньше, когда было, у меня однажды лось передо мной выскочил поперек дороги, к которой я шел. И собаки вылезались, кое-как снял, потому что нужно. На утку же была лицензия. Вернее, не лицензия, путевка. Я раньше с двумя собаками ходил. Ну, сейчас по одному. Поэтому как с двумя собаками нужно и можно ходить только ограниченное количество раз, чтобы молодая собака, взрослая, как мы говорим, прикурила. Поняла, что от меня требуется. А дальше уже, чтобы она не повторяла ошибки, взрослой собаке уже ходить не с одной нужно. И она уже сама поймет, что тебе нужно, а что ей нужно. Ну, как-то так вот, ребята. Ну, вот, идут по маршруту определенному, который мы ходим здесь. Воды прибавилось. Ну, вот пока ничего нет. Ну, поздно, наверное, уже пришел. Ну, вообще хотя бы, хоть одна залетела бы. Нет. Пролетная уже должна, похолодала. Пока нет. Ладно. Проходим, погуляем. Километр 3-5 я пройду сегодня. Проверю водоемы. Сегодня понедельник.
Я не видел, чтобы в угоде кто-то есть был. Машину не видел пока. Ну, там дальше посмотрю. Может, вчера кто был. Может, и утка была. Может, и подранки были. Почему в понедельник-то хорошо ходить? Ну, кабин ушел куда-то. Интересно. Блин, у меня есть лицензии на бобра, здесь бобров много. Как бы. Хотя другим и себе тоже, естественно. Добывать бобра с собакой я не рекомендую. Потом будет по норам лазить. И вы, знаете, отохотились на нормальной охоте. Ну, вот. Сейчас направо пойдем. Что-то переплыл на ту сторону, видимо, причины что-то. Вот. Горячится так. Может, бобер. Там да. Вот. Может, подранка. Я не вижу, только кусты там. Не знаю, зачем он пошел. Ищи, ищи. Молодец. Не нашел никого. Кого ж там гонял-то? А? Какой-то худой. Когда вылез из воды. Ладно. Не знаю, кого он там гонял. Не разобрался. Ну, может, бобер был.